Сирены воздушной тревоги прозвучали в Петропавловске. Это стало сигналом для сотрудников детского сада номер 3 в столице Камчатки. В учреждении дошкольного образования прошли учения по гражданской обороне. Здесь детки в дневное время, воспитатели, ну и в целом персонал отрабатывали сегодня, как нужно поступать в ситуации, когда прозвучал сигнал. И в целом мы посмотрели, как реагируют сегодня дети на такой сигнал, как реагируют взрослые на сигнал. Как быстро, оперативно организован спуск в подвальное заглубленное помещение. Тренировка носит плановый характер. Такие намерены организовать во всех учреждениях и муниципалитетах края. Важно проверить, насколько согласованно действуют люди, нет ли паники. Отмечено, что минувшие учения прошли успешно. Когда такие тренировки проходят с определенной регулярностью, это дает определенный, назову, наверное, импульс, да, в дальнейшем, как вести себя, что делать для того, чтобы в целом отработать ситуацию, не забыть детей, потому что иногда, когда впервые что-то происходит, да, мы иногда теряемся. Когда это происходит с определенной регулярностью, происходят тренировки, то люди понимают, как себя вести. Добавим, гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей на территории страны от опасностей, возникающих при ведении военных действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.